связи с проведением капитального ремонта магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту с 25 июля до 29 августа будет ограничено движение транспорта от дома номер 41 до дома номер 35 с закрытием двух полос движения в сторону площади Победы и двух полос движения в сторону площади Ленина. Общая протяженность участка 582 метра погонных. Диаметр труб 500 миллиметров. Данный участок был введен в эксплуатацию в 1964 году. Последний ремонт на этом участке был проведен в 1995 году, то есть 25 лет уже сети отработали. И для того, чтобы нам своевременно, качественно оказывать услуги для наших потребителей, это теплоснабжение и горячая вода, вот, и было принято решение, что данный участок уже изношен, и необходимо производить его капитальный ремонт и замену. Ремонт участка будет производиться от начала гостиницы Первомайской и закончится, немного не доходя, до площади Победы. Место проведения работ будет огорожено, обозначено соответствующими знаками. Движение городского пассажирского транспорта будет изменено. Напомним, что участок трубопровода является магистральным, и его отключение в случае аварийной ситуации приведет к существенному снижению тепловой эффективности отопительных устройств большого количества потребителей железнодорожного района. Среди них 39 жилых объектов и 27 социального фонда культурного и иного назначения, в том числе больница, два детских сада и школа. Как отмечают в муниципальном предприятии РМПТС, ремонт участка магистральных трубопроводов от дома номер 35 до дома номер 41 по Первомайскому проспекту будет произведен для обеспечения надежной работы тепловых сетей на долгие годы, а также в рамках их подготовки к отопительному периоду 2020-2021.